Моє вітання усім, хто щойно приєднався до 9 каналу. Сьогодні у нас у гостях знаний психолог, біоенерготерапевт, парапсихолог, керівник Центру розвитку свідомості Наталя Родіна. Наталя Володимировна, рад приветствовать в нашей студии снова. Здравствуйте. Итак, с какой целью приехали в Днепропетровск на этот раз? Этот раз мы проводим работу по обучению людей, развитию сознания, для улучшения их жизненных процессов, для улучшения здоровья. Мы даем знания, даем методики, которые способствуют улучшению процесса жизни многих людей. Ваш семинар будет называться «Управление реальностью». Насколько легко или сложно управлять реальностью и возможно ли это? Это не только возможно, наверное, секретом будет для многих людей, они, не осознавая того, каждый из них управляет своей реальностью, и вы своей, и я своей, и все, кто нас сегодня видит и не увидит. Друзья мои, этим процессом вы всегда управляете, просто многие люди делают это неосознанно. А выполняя эту работу неосознанно, человек зачастую попадает в не совсем хорошие жизненные ситуации, катастрофы, болезни, внутренние разрушения. Так что мы все это делаем. Единственное, многие люди делают неправильно, не умеючи. Овладевая определенным уровнем сакральных знаний, методик по управлению реальностью, ведь реальность состоит из энергетических частиц, и мы можем научиться управлять этим процессом. Я не могу сказать, что это очень легко и просто, я могу сказать, что это возможно. Если говорить о том, взять 100 человек, кто из 100 человек осознанно управляет своей реальностью? Статистика, не будем говорить о 100 людях, статистика гласит вот о чем. На планете эволюционирует всего-навсего 20% людей. Духовно эволюционирует, сознание развивает свое, всего-навсего 3% из этих 20. То есть очень маленький процент людей находится в процессе эволюции. Но в чем это выражается? В чем выражается эволюция человека? В первую очередь в его прогрессе, в его жизненном уровне, в его процессе, творческом процессе жизни, в его достижениях, в его развитии его сверхспособностей, управлением состоянием здоровья, развитием сознания. Вот вы знаете, сейчас недавно вышел прекрасный фильм «Люси». Вот там немножко ученый мир подошел к этому вопросу управления сознанием. Вообще с этим ведется уже очень серьезная работа о природе сознания, о работе сознания, о работе умственных способностей, о работе подсознания, сверхсознания и сознания. То есть эта область уже сейчас очень широко освещается, только люди, обыкновенные люди, простые люди, не всегда уделяют этому должное внимание. А ведь это задача каждого человека – научиться управлять своей жизнью, своей судьбой, научиться управлять собой, своими мыслями, своими эмоциями в первую очередь. Семинар, который пройдет в ближайшее воскресенье, он третий и, по сути дела, финальный, завершающий. Давайте поговорим о результатах первых двух семинаров. Проведена уже очень серьезная работа. Я этот раз впервые в вашем городе провела третью ступень, а это уже работа, где-то люди в 2,5 года даже больше занимаются. И вот сейчас они подошли к этому уровню, очень серьезному уровню по управлению подсознанием. Это очень серьезный уровень, где вскрывается определенный уровень бытия человеческого. И люди, закончив эту работу, почувствовали результаты. Какие результаты? Ну, первое – управление мыслями, управление эмоциями, управление событиями. Ведь мы с вами, кто-то, может быть, даже слышал об этом, наше прошлое управляет нашим будущим, создает наше будущее. Да так оно и есть. Сегодняшний день создаст нам завтрашний день и так далее, и так далее. Когда ты умело можешь навести порядок и даже в прошлом, то ты с радостью можешь управлять процессами будущего. Также сейчас заканчиваем мы работу с первой ступенью. Это те люди, которые 3 месяца назад закончили свою работу. Ну и мои прекрасные нулевочки. Вечером я провожу нулевые уровни работы. Это люди, которые приходят со своей агрессией, со своей злостью, со своими болезнями, со своими разрушениями.
Но вот сегодня четвертый день занятий будет вечером. Я вчера с ними расставалась, это были другие люди. Они уже улыбались, они подружились, они даже обменялись телефонами друг с другом. То есть они посмотрели на этот мир другими глазами, глазами осознанных людей. Они поняли многие вещи, что от их внутреннего состояния, от их эмоций, мыслей, желаний и восприятия этого мира зависит жизнь во всем мире, не только в их судьбах, а жизнь во всем мире. Понимая, осознавая, многие из них пересматривают свою жизненную позицию. Как только это происходит, жизнь меняется тут же. Они пришли вчера и говорят: мы хорошо спали, у нас хорошо прошел день, вот у меня получилось дело, о котором я думала очень долго времени. То есть результат налицо. Результат всегда есть. Результат есть для всех людей без исключения. И вот когда они приходят на эти открытые семинары, там есть люди, которые занимаются, эти приходят поделиться своими впечатлениями. Поэтому всегда можно говорить о результатах. Но что говорить? Говорят сейчас очень многие и очень много говорят. Вы знаете, наверное, самое лучшее ощутить на себе. Вот, наверное, это самое твердое, убежденное доказательство. Вы говорите, практически каждому человеку, кто придет к вам, будет оказана помощь. Ну, всех ли вы берете на самом деле, или иногда бывают такие, скажем так, запущенные случаи, когда, ну, собственно говоря, о результате хорошем? Эх, эти случаи. Бывают запущенные случаи. Да, бывает, люди находятся на таком разрушительном уровне, что я вынуждена им отказать, и дело не во мне, а именно вот в этих запущенных случаях. Идут работать люди, которые готовы к этой работе. И возрастная категория не имеет значения. Единственное, что деток. С детками я работаю как психолог, работаю отдельно. А взрослые люди и молодые, и уже в возрасте, все учатся в одних группах и прекрасно себя чувствуют. Понимаете, для того, чтобы этим овладеть, нужно иметь задатки к этому, нужно иметь определенный уровень настроя, нужно иметь хотя бы какое-то предварительное представление об этом, хотя бы что-то почитать или как-то, или хотя бы вот человек находится в сложной ситуации, желание исправить эту ситуацию. Но здесь еще, друзья мои, очень важно в жизни брать и делать, то есть исправлять, просто прийти, просто послушать и уйти счастливым, это будет обманом, очередным обманом, который есть, который вы слышите очень часто. Это неправда, друзья мои. Для того, чтобы были изменения, их нужно внедрять, эти изменения в жизнь. Без внедрения чудес не бывает. Бывают какие-то сейчас вот магические там ритуалы люди проводят, но я этим не занимаюсь, это чревато. Да и я считаю, это стыдно. Стыдно людям заниматься такими вещами. Нужно заниматься наукой, развитием себя, развитием своего уровня интеллекта, сознания, уровнем души, себя такового, какие мы есть. Говорят, что славяне очень доверчивые люди и очень часто попадают на крючок к мошеннику. Как вот обезопасить себя? Ведь это, по большому счету, одна из тем вашего семинара – управление реальностью. То есть как управлять собой, чтобы не попасть в неприятности? Я скажу вам, что в вашем городе, как нигде, очень много разных организаций, таких не совсем хороших организаций, я с этим сталкиваюсь. Я сталкиваюсь с тем, что да, людей обманывают очень серьезно, их втягивают в какие-то такие сообщества сомнительные, и люди очень страдают. Вот ко мне приходят эти люди, и я вижу, насколько они пристально наблюдают за моей работой. То есть у них уже есть опыт такого вот чреватого такого состояния. Ну как не попасть? Ну, друзья мои, у вас же есть глаза, у вас есть уши, у вас есть души. Чувствуйте своей душой, туда ли вы идете. А вы знаете, самое главное, посмотрите по результатам того, кто вас приглашает. Ну вот как может вылечить вас, например, целитель, да, вот в которого вы верите, если он сам болен? Это невозможно. Как вас могут обучить чему-то, если этот мастер, учитель сам не может этого? Ну вот вам, то есть результат налицо. Если вас учат чему-то, то в первую очередь этот человек сам должен это иметь и управлять этим процессом. А если мы говорим о чем-то, а делаем совершенно противоположные поступки, что-то здесь не так. И всегда смотрите, если вас куда-то тянут, заставляют, уговаривают,
что-то там не то, что-то от вас хотят, значит, какой-то есть интерес. Вот здесь надо просто быть бдительным. Вот. А действительно, очень много организаций в вашем городе, которые надо обходить стороной. Знаю, что ваш семинар пройдет в воскресенье в 11:00 на улице Крутогорной, 12Б, или бывшая улица Рогалева. Для всех, кто придет по этому адресу, с чего начнется Родина? Родина всегда начинается с Родины. Родина – это то, что есть у каждого человека. Друзья мои, этот семинар мы проведем вместе с вами, проведем в работе. Я вам дам знания в зависимости от вашего запроса, от ваших мыслей, от ваших трудностей, с которыми вы придете. Я дам вам знания, советы, рекомендации, которые помогут вам в жизни. Конечно, я наполню вас и своей энергией, своим внутренним состоянием. Поэтому берите воду, много берите воды, эта вода будет иметь силу. Вода записывает информацию людей, предварительно человека, непосредственно человека. И эта информация затем наполняет вас и ваши организмы. Поэтому возьмите ручки, возьмите блокноты, возьмите свои сердца и откройте свои души, возьмите воду и приходите, будем работать. Это открытый семинар, и он бесплатный, но большая территория, большие люди, все ли поместятся в зал, или нужна ли какая-то предварительная запись? Нет, записи не нужно, залы мы собираем, мы берем большие, то есть всем хватает места, есть где сидеть. Единственное, друзья мои, приходите вовремя. Когда приходят люди, вот уже говорят, вы знаете, я опоздала на часа два, вы не могли бы мне рассказать, о чем вы тут говорили на семинаре? Нет, мои хорошие, придите вовремя, вот как вот в 11 надо прийти, вот так придите, займите место. Вот, люди, которые садятся поближе, им больше и достается. И всегда настраивайтесь, знаете, на такую серьезную работу. Вот вы услышите знания, истины и очень серьезный подход к жизни, чтобы вы понимали, это не какие-то там развлечения или какая-то поверхностная такая работа. Нет, это очень серьезная работа, которая касается многих людей, которая дает результаты многим людям. Ваш взгляд, для тех, кто услышал, но по тем или иным причинам не сможет попасть в воскресенье на ваш семинар, не поздно ли? И когда ждать вас в Днепропетровске снова? Вот сейчас не могу сказать, когда меня можно ждать. Сейчас я не готова ответить на этот вопрос. Очень много городов, мы работаем по многим городам, работают люди, много людей, они ждут меня, ждут к следующим уровням роста и развития себя. И мне нужно быть там. Работая в вашем городе, скажу, что мне сложно работать в вашем городе. Очень много прагматичных таких людей, прагматов, материальных людей, которые не всегда готовы к этой работе. Поэтому не могу вам ничего пообещать. Вот как есть, так и так всегда говорю, как есть, и всегда буду говорить, как есть. Пока не могу сказать. Единственное скажу, что эта работа сейчас будет в вашем городе завершающая. Кто не сможет прийти, но услышит меня сейчас, я пожелаю счастья от всего своего сердца, восстанавливания, выздоравливания, и пусть у вас будет все хорошо. Дякую, що знайшли змогу і завітали до Дніпропетровська і до нашої студії. А нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу була знаний психолог, біоенерготерапевт, парапсихолог, керівник Центру розвитку свідомості Наталя Родіна. Цієї неділі об 11 ранку на вулиці Крутогорній, 12Б або колишній Рогальова відбудеться семінар «Управління реальністю». Кожен може управляти своєю реальністю. Пильнуйте себе і хай вам щастить. Неділя, 17 квітня, 11 година, вулиця Крутогірна, 12Б. Відкритий семінар Наталії Родіної «Управління реальністю». Вхід вільний. Телефон для довідок 099 405 15 15.